Добрый вечер, это Виктория Маслак, специально для Betfair Poker Live Ялта. Рядом со мной находится Оксана Машина. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажи, ты девушка единственная, которая вошла в призы, ты заняла 13 место. Как тебе это удалось? Я старалась. Ты переиграла стольких мужчин. Я думаю, что они, наверное, вначале, может быть, тебя недооценивали. Расскажи, были ли какие-то интересные раздачи, с которыми ты могла бы с нами поделиться? Ну, была, конечно, когда я скинула стрит, когда меня человек переблефовал. Неприятно было. И он тебе показал, что у него был блеф? Он не показал, но я так думаю. А расскажи, как тебя выбили, какая была раздача? Ну, стандартно, человек пошел ва-банк с туз 2, по-моему, с ранее у меня 2 дамы было, я заколировала, и все, и туз на ривере. Туз на ризне. Классически. Скажи, пожалуйста, ты участвовала уже в каких-либо турнирах серии Betfair Poker Live? Нет, первый. А собираешься ехать в Восточную Европу, где будет проходить следующий турнир? Все может быть, почему нет? Скажи, ты играешь только холдем или, может быть, другие разновидности? Sit and go, Amaha? Ну, sit and go больше. Amaha не играешь? Нет. А кэш? Иногда, настроение. А как давно ты играешь в покер? Ну, года 2. А это первый твой такой крупный турнир, когда так много людей? Как тебе вообще, сложно ли тебе было 3 дня играть? Как... Ну, интересно, скажем так. Ты уже играла в подобного рода турниры? Ну, в таких больших не играла, но были. Я поняла. Я тебя поздравляю с очень отличным результатом для такого масштабного турнира. Желаю тебе только лишь побед, фарта, который в этом деле очень важен. Спасибо за интервью. Спасибо.